Защитные очки французской фирмы Bolli. Это оригинальные очки, не китайские реплики. Разного размера, разной конфигурации. Выдерживают попадание страйкбольного шарика на скорости до 250 метров в секунду, а может быть даже и больше, потому что рассчитаны они на попадание осколков. Хочу заметить, что это именно защитные очки, это не тактические очки, которые должны выдерживать попадание свинцовой дроби из дробовика, но и они очень крепкие, но при этом в 3-4 раза дешевле, чем тактические очки. Есть с прозрачными линзами, есть также такие более гламурные версии, солнцезащитные. Вы можете носить их в городе, и на случай, если вы приедете на страйкбол, забыв свои защитные очки, вы можете играть спокойно в них, они также выдерживают попадание шарика на скорости до 250 метров в секунду.